Здравствуйте. Когда мы выбираем семена, мы замечаем, что на одних пакетах есть значок F1, а на других пакетах такого значка нет. В чем дело? Значком F1 маркируются семена гибридов. Если значка нет, то это сорт. Чем сорт отличается от гибрида? Начнем сначала с сортов. Сорта получаются путем многолетней селекции. И многие овощеводы, которые выращивают на своих участках особенно овощи, являются также селекционерами. Как это происходит? Когда мы берем, допустим, с куста помидор самый лучший плод, с него берем семена, на следующий год сажаем, опять-таки берем самый лучший плод, мы тем самым улучшаем качество вот этого нашего плода, ну и занимаемся селекцией. А гибрид получается путем искусственного опыления разных сортов. И гибриды в следующем, а в одном поколении, в первом, дают гарантированные характеристики, а в следующем поколении уже не дают. Для чего нам нужно это знать? Сейчас очень много гибридов. И вообще вот по качеству плода, по товарным своим свойствам, мы вот по плоду не отличим, гибрид это или сорт. Но с гибрида семена брать нельзя, потому что на следующий год мы получим уже не то, что было в предыдущем году, а то, что характерно для одного из опылителей, для одного из материнских растений. Поэтому при покупке семян обращайте внимание, есть F1 или нет F1. И если вы любите сажать и собирать овощи, и любите сажать своими семенами, собирать овощи своих семян, еще раз повторюсь, что с гибридов, то есть с пакетом семян, на которых нет F1, семена брать нельзя. Гибриды обычно стоят намного дороже, чем сорта. Поэтому, если вы видите, что гибрид стоит примерно столько же, сколько сорт у одного производителя, нужно задуматься, а вообще гибрид ли это. Узнать точно, сорт или не сорт, можно на сайте Минсельхоза. Там есть каталог всех семян, которые допущены к продаже. Вот такие советы помогут вам правильно собрать свои семена и не ошибиться с посадкой на будущий год.